Перу – страна непроходимых джунглей и экзотических животных, где в нетронутом виде сохранились древние крепости, прекрасные дворцы, удивительные пирамиды и храмы. Много столетий назад на территории, которая принадлежала сегодня Перу, существовала могущественная империя сынов Солнца – инков. Перу – это великие Анды, самая длинная в мире горная цепь, пустыня Наска, самая засушливая среди областей земного шара, загадочный город Мачу-Пикчу и самое высокогорное озеро в мире Титикака, а также джунгли Амазонки. Одна из загадок прошлого человечества – огромные и причудливые рисунки, геоглифы пустынного плато Наска, рассмотреть которые с земли невозможно, поскольку они выглядят как бесформенные борозды в пустыне. Истинную форму изображений можно наблюдать лишь с высоты в десятки и сотни метров. Их назначение никому не известно, так же, как и их возраст. Здешние жители говорят, что эти изображения – дело рук не людей, а полубогов Виракоча, которые оставили свои следы в Андах много тысяч лет тому назад. Некоторые ученые выдвигают гипотезу, что ключ к разгадке Наска сокрыт в огромном геоглифе, гигантском трезубце «Эль Канделабро». Ученые предполагают, что трезубец – это символ Атлантиды, в котором заключена вся информация о планете Земля. Кто и когда создал геоглифы Наска, а главное – зачем? Были ли это древние цивилизации инков или же все-таки инопланетяне? Ученым, конечно, еще предстоит в этом разобраться.